Доброе утро, уважаемые товарищи. Сейчас разберем схему вечный двигатель магнитный. Это теория. То есть я это не делал. Но по всем, как говорится, расчетам получается, что этот вариант будет работать. Ошибка проектировщиков двигателей в замкнутости цепи. Вот вы видите, значит, на рисунке колесо, на нем расположены магниты. Вот первый, второй, третий, четвертый и так далее. Магниты должны расположиться таким образом, чтобы первый магнит толкал второй, второй, третий, четвертый, пятый и так далее. Так повернуты. И вот так же делают люди. Но у них-то все останавливается. Почему это останавливается? А потому что сила, вот здесь вот, когда колесо замкнутое, уравнивается. А раз сила уравнится, значит, силу движения нужно получать вот тут вот извне, от привода, от какого-то. Механического, электрического, неважно, любого привода. Поэтому все магнитные двигатели на сегодняшний день, которые нам показывают, они не работают. А как же нужно на самом деле? Когда вот эти толкают колеса, вот они толкают, сила в итоге, так колесо круглое, сила выравнивается. Становится ноль. Колесо останавливается. Сначала сила есть, но останавливается. Для того, чтобы оно не остановилось, надо разорвать эту цепь. Как это сказать? Цепь преткновения изобретателей всего мира. Всего мира над этим. Вот это за ошибка, это за что нужно сделать? Вот колесо, вот спицы, видите, спицы. Вот тут вот нужно разорвать. Вот я стираю. Вот эти спицы разрываем. Так. То есть колесо не цельное, но этого мало. Разрываем и здесь его. Вот так вот. То есть делаем зазор вот тут, равный ровно такому же расстоянию, как здесь. Что у нас тогда выходит? Этот магнит первый толкает второй, второй, третий, четвертый, пятый, вот так вот по кругу, шестой, седьмой, там десятый. Вот этот толкает этот, но сила не уравнивается. Сила не выравнивается. И не приходит к нулю. А колесо продолжает движение. Оно бы как бы догоняет. Понимаете? То есть идет, догоняет вот это. Вот это вот. Так как здесь у нас разрыв. Здесь у нас разрыв. И здесь у нас разрыв. Вот он. Разрыв. То это колесо. Вот он, разрыв здесь. Но расстояние здесь выдерживается вот такое же, как и ниже. Это колесо догоняет. Постоянно догоняет. А раз постоянно догоняет, то что происходит? Вечное вращение, пока магниты не иссякнут. Ну, магниты-то лет на 10, по-моему, а то и больше делал. Смотря кто делал и как. То есть по такой схеме я и, правда, честно сказать, не собирал, но чувствую, что дело верное. Пробуйте. Вот. Я занимаюсь другим пока, то есть с магнитом еще не игрался, но даю на заметку изобретателям. То есть разрываем. И я думаю, тогда дело пойдет. Так же, как у меня пошло с генератором
работающим от электрического привода. А тут чисто магнит. Ну а дальше тут, если все это пойдет, тут понятно, как говорится, подцепить какой-то привод, там, генератор крутить, это уже чисто техническое, то есть уже, все это уже, как говорится, известно как чего. Вот. То есть это колесо будет догонять, постоянно догонять, вот этот магнит будет догонять этот. И сила его не уравняется, не приравняется вот эта вот сила, не станет нулевая. Она всегда будет догонять, и колесо будет двигаться постоянно. Вот такая схема. Вот такая система. Как говорил, я уже ее не проверял, но надо проверить. По-моему, это... система пойдет. Но если даже не пойдет, как говорится, кто ничего не делает, как говорится, тот ничего не добьется. Так что будем дерзать. На этом заканчиваю. До свидания. До следующих встреч в эфире.